У тебя невероятно легкое задание. Серьезно? Используя палочки для еды, нужно перенести весь рис из одной миски в другую. 2 минуты, когда будешь готов, скажешь, так, я засеку время. Стоп, до этого не было временной рамки, уже 2. Принесите еще больше риса. Давай артритные ручки. Начал хорошо. Мне кажется, что у Артема есть шанс, потому что я где-то видел, что у него работает мелкая моторика. Смотри, Алина формально тебя поддерживает. Вот она настоящая спортсменка. Болеет за конкурентов. Но не от чистого сердца. Это вялые ладошки. Я так понимаю. Там звука нет. Всё, у тебя все получится. Ну-ка иди, блядь, покажи, нахуй, ёб.